В данном видео вы услышите следующее. В администрации президента Грузии ответили на открытое письмо Саакашвили. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну и что, приступим. Президент Грузии Саум Зурабашвили не может снять гриф секретности с расхода специальной службы государственной охраны для администрации президента с 2013 года, так как документы находятся у администрации правительства, заявила на брифинге глава администрации президента Грузии. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 18 февраля в открытом письме призвал действующего президента Грузии снять гриф секретности с расходов специальной службы государственной охраны для администрации президента, уверяя, что его обвиняют не в целевых расходах, как рассказывают по телевидению, а в нарушении порядка их осуществления. По ее словам, до 1 января 2019 года администрация правительства должна была осуществить квалификацию соответствующих документов, заархивировать их и принять другие меры, указанные в соответствующем акте.